Игорь Богодух родился 4 марта 1938 года в Ростове-на-Дону. После общеобразовательной школы поступил в РГПУ на отделение физического воспитания. Окончив обучение, Игорь в течение недолгого времени работал по специальности. Затем неожиданно для многих решил связать себя с актерской профессией и поступил в РУИ. Учеба прерывалась службой в армии. В 1964 году Игорь окончил обучение и был принят на работу в Ростовский драматический театр им. М. Горького, где проработал до 2009 года. За эти годы блестяще создав целую галерею острохарактерных образов. В 1985 году дебютировал в кино. Это был фильм «Миллион в брачной корзине» по мотивам пьесы Скрнача и Тарабузи. «Моя профессия», «Сеньор из общества», режиссеров, Шиловского. Материал произведения Богодуху уже был знаком. Ведь он с успехом играл на сцене Ростовского театра одну из главных ролей в спектакле «Антонио». Именно эта роль досталась и в фильме, куда лично пригласил его сам Шиловский. Также наиболее известные фильмы с участием и Богодуха, «Узник замка Иф», «Морской волк», «Блуждающие звезды», «Каталашка», «Привал странников», «Дневник убийцы».